Всех приветствую, мои дорогие зрители, мои любимые подписчики. С вами снова Ирина. Я решила снять видео, потому что у меня хорошая новость. Хочу с вами ей поделиться. Наконец-то я нашла свою покупку, которую очень долго искала. Это двуликий карасик. Это коростынь. Вот, я его очень долго искала, буквально полгода. Ходила по барахолке, снимала видео, просмотрела весь интернет, все объявления. Где-то уже купили, где-то с какими-то проблемами. Вот. Но недавно на барахолке я шла и нашла. И теперь у меня пара вот таких вот замечательных вазочек. Двуликий карась и одарка. Чему я очень рада. В тот же день, что я купила и карася, было очень приподнятое настроение. И мне в глаза попались еще две статуэтки. Я шла, и они мне словно подмигнули. Это вот такой вот замечательный пудель. Это Киев. Это пудель из набора Буратино. Туда входит еще Мальвина и Буратино. Или можно как отдельную статуэтку себе покупать. Вот теперь я буду искать Буратино и Мальвина. Это моя теперь новая хотелка. Так, ставим его сюда. И попался мне вот такой вот олененок из набора «Олень с олененком». Это городница. Вот такая вот очень милая зверушка. Так. Но у меня есть еще одна покупка, которую я показывала вам в предыдущем ролике на барахолке. Я купила вот такой вот небольшой бочоночек, такой вот куманец, миниатюры из вот этой вот коллекции. Я теперь собираю миниатюрки, еще мне очень нравится. Вот, хочу с вами поделиться такой милотой. И не так давно я была в музее Александра Швец, в котором он выставлял свою огромную коллекцию фарфора ядро. Вот, мне очень нравятся эти скульптуры. Но до этого я тоже уже успела себе приобрести вот такую вот простую скульптуру. Это мальчик с барашком, это этого производителя. Вот хочу также вам в этом видео показать все свои обновки, всю эту красоту. Вот так вот поближе выглядит эта чашечка ваза двуликий карась. Очень хороший, яркий рисунок. Мне кажется, даже ярче, чем моя дарочка. Вот такая вот красота. Вот поближе хочу показать, покрутить пуделя. Как он блестит, какая у него мордаха. Замечательный. Очень милая, нежная мордочка у этого олененка. Он такой ярко-оранжевый, такой сочный. Такая вот миниатюрка. Почему-то так сложно найти миниатюры. И они стоят бешеные деньги. Я купила этот за 200 гривен. Это еще как-то можно. И вот такая вот Испания, ядро, лядро, такая вот фигурка. Мальчик, у них очень такая приятная на ощупь текстура, блеск. Очень красивые статуэтки. Мне они очень нравятся. У меня пока в коллекции одна, но буду искать и собирать дальше. Друзья, я вынесла всю свою банду на улицу. Хочу их показать вам при дневном свете. Вот такой вот двуликий карась, вот такой вот олень, пудель и карась в сборе, вся банда. Вот они как есть вживую, при дневном освещении, на улице. Очень красивые статуэтки, мне очень нравятся. Смотрите, какая милая мордочка у этого оленя, какой яркий окрас. Очень простая, милая и симпатичная фигурка. Купила я ее за 250 гривен на барахолке. Видела в интернете цены и 270, и 300, и 350. Разные цены. Но мне попалось за 250 гривен. Симпапулька. Возможно, еще докуплю большого оленя. Я видела на барахолке, их продают по 350, 400, 450 гривен.
А это у нас уже пес, вот такой вот пудель. Роскошная статуэтка, я очень довольна. Я, кстати, купила его у того же продавца, где я купила карася. Пудель мне обошелся в 220 гривен. Цена очень приятная, состояние идеальное. Очень симпатичная зверушка. Кстати, у этого продавца очень хорошие статуэтки. И цены, в принципе, очень лояльные. Вот такая вот пара. Ну, а это еще раз я хочу вам все-таки показать своего карася. Вот, я его купила за 300 гривен. Я, когда услышала цену, подумала, ну, какая-то проблема, потертости, может, скол. Я обсмотрела вазочку, с ней все в порядке. Я сразу же купила, и потом мне попался пудель, и его купила. Вот, если кому-то интересно, могу при ближайшей вылазке на барахолку снять расположение этого продавца. Там работает очень милая, приятная пара супругов. Вот, они торгуют статуэтками, а супруг еще и чинит часы. Вот, у них там своя мастерская, они этим занимаются. Вот вся банда в сборе. Очень я долго его искала, и вот попался мне карась по такой приятной цене. А дарку я, кстати, тоже купила за 300 гривен. Вот такой вот олененок. И вот такой вот пудель-дурашка, милашка. Друзья, всем большое спасибо, что вы смотрите мои видео, проявляете интерес к моему каналу. Мне очень приятно с вами общаться в сообщениях, в комментариях. Очень интересно, кто из вас что сейчас собирает. Если есть среди вас коллекционеры, поделитесь, пожалуйста, информацией. Возможно, кто-то тоже собирает статуэтки, возможно, кто-то монеты и так далее. Очень интересно почитать. И, конечно же, я вам очень благодарна за просмотр, за поддержку. Вот, вы всегда ждете с нетерпением мои видео после барахолки. Я сама очень от этого кайфую, когда я хожу по барахолке и нахожу что-то интересное, могу вам показать что-то необычное, и также сама чего я не видела. Вот, буду дальше этим заниматься, есть настроение, ваша поддержка меня очень вдохновляет. Всем большое спасибо. Вот, и до скорых встреч. Пока-пока!